События Великой Отечественной войны особенно памятны людям старшего поколения. Для большой группы ветеранов городского округа Щелково по поручению главы муниципалитета Андрея Булгакова была организована поездка в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Открытый в этом году в парке «Патриот» мемориальный комплекс посвящен великим ратным подвигам нашего народа. Главный храм Вооруженных сил, или по его основному названию «Храм Воскресения Христова» – уникальное сооружение сразу по нескольким причинам. Это первая в современной России православная церковь, полностью посвященная военной истории страны. По замыслу авторов проекта, роспись внутри отображает не только победу в Великой Отечественной войне, но и боевые действия, в которых принимала участие русская армия за всю историю ее существования. Храм является двухъярусным. Отделка нижнего выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. Стены верхнего украшены мозаикой со сценами из Священного Писания и истории отечественных вооруженных сил. Храм имеет 4 предела, посвященные святым, покровителям всех видов и родов войск российской армии. Скажите, пожалуйста, вот первое ощущение, какое у вас? Первое ощущение? Вы знаете, это просто могущество нашей, вот, нашей отчизны, нашей святыни. Очень преклоняемся перед этими людьми, кто сделал этот комплекс, мемориал. Я чувствую мощь Российской Федерации. Все, кто сюда заходит, просто воодушевляются тем, что память здесь. Я даже не могу передать словами это ощущение гордости за нашу Родину. Ну, вообще грандиозно. Несмотря на то, что сделали быстро, стилистика, конечно, военная, но сделано супер. Такого что-то давно не видел. На территории храмового комплекса возведен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальные экспозиции которого посвящены различным эпизодам героической истории русского воинства. Посетители могут увидеть трехмерные исторические реконструкции, проецируемые на стены залов. Я пожелал бы всем людям, чтобы они нашли время, побывали в этом храме, в этом святом месте, чтобы они получили море удовольствия, чтобы они получили здесь много нового, много информации, многое увидели, и чтобы они всем этим увиденным гордились. Поездка в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации – одна из экскурсий, организованных в год 75-летия Великой Победы для наших ветеранов. Каждое из таких мероприятий – проявление благодарности людям старшего поколения за их заслуги в послевоенном строительстве, за многолетний труд на благо страны. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.